Утро в Москве. 7:54. Залило все. Льет с вечера. Плывем. Кому-то сегодня повезло, например, озеленителям. Сегодня они не работают. Вот такой кружок сделали по району. Кстати, это Медведково. У нас здесь мало мест, где вода скапливается во время дождя. Так что считаю, что более-менее все хорошо. Некоторые районы просто тонут. У нас все замечательно.
Кошмар. Море. Мам, дорогая! Снимаю все на телефон. Одной рукой рулю, другой держу телефон. Ва! С ума сойти. Да, налило сегодня много. Дождь начался, наверное, где-то часов в 11 вечера. Льет до сих пор. О, сейчас пойдут по лужам. А это мы. Да, вот так неплохо бы проехаться начальству в это время, посмотреть, где вода стоит, где уходит. И внести кое-какие исправления.